одной клапки. В бой идут одни клапки. Да. Вот. В бой идут одни клапки. Помните мне, что нельзя материться. Самый страшный десант в жизни Цербера. Они разбегаются в страхе. Могли бы и рандом поставить. Где, дайте мне посмотреть. Так, ладно, я... Смотрите, вот этот коридор. Так, давайте я пойду там мину поставлю. Давай. Вообще лучше давайте это по двое, адепт с инженером. Во, я тут сыкой буду. Дайте мне адепта. Чё, дети подлецы. А, первый пошел. Ох ты гадина, не валится одного выстрела. Даже штурмовика, этот дурацкий герой. Да, неудачная пушка. Блин. О. Нет, голову валит, ладно. Надо было вдову взять. Черную? Можно и черную, в принципе, ее бафнули сейчас очень неплохо. Так, у меня сейчас ну. Так ты его это. Ой, че с ним? Полетать решил, брат. Так, еще бежит. Махнулся. Замечательно. Но только они все убегают, когда вас собирают. Будет на нашей улице праздник. Может, они там вкуснее? Вы клопки! О, нам тоже. Так. А, тут Сашка, ладно, я туда пошел. Да нет, там нет никого просто. А, вот. Конечно. Окей. Это я, Делос, ты минуту оставь, а то ничего не видел. Все время стало. Куда побежал? Че, он не сдох, что ли? Собака бешеная. У меня героический колобок с героическим героем. У меня суровый волус-охотник с гарпуном. А у меня отнял у этого. У Флорианца скорпион. Слушайте, тут какой-то этот... Санаторий для этих, как называть... Туберкулезников, вот. Вот гад, не пробивай стенку. Нифига себе, у меня гранаты кинули. Никуда не годится. Так, что там у тебя яка? Нифига бегает. Блин. Я не пробиваю. Опа! Нас нашли что ли? Нет, пока. Кто-то не настрелял. Точно, они тут вдвоем тусуют. Ко мне много уже народу идет. Герою мощи не хватает. По крайней мере, в лугах волоса. Вот ты зря их взорвал, теперь мы их потеряли из-за вида. Вот стерва, спряталась. Не вижу ее. Даже не мизиду не могу убить. Так, я патрон закончил. Ужасно, просто ужасно. Давайте в шарик превратим. О, пока нам везет. А что у нас тут? Цели? Цели. Ну это атус у вас. Как мы его будем бить, я не знаю. Минами? Минами.
меня на урон, но там вот урон песенчик. Так, ну народ, я тут пока тусуюсь, потому что нас могут обойти. Давайте лучше я с мины и урон туда подойду, а сюда кто-нибудь другой. Да, мы его будем ковырять до второго пришествия, я чувствую. Ага. Так, вот он. И прямо он, прямо у нас тут все подстреливает. Он справа появился, сбоку. Ух ты, гад. Боже. А если попытаться огненными взрывами лупить? По щиту он не сработает, по-моему, огненный взрыв. О, вроде как. Работает. Да? А чего же мне не получается? Слева, справа. Точно. Ох ты, скотина. Ну да, волосы мо. Ой, эти инженеры могут миной, например. Но это долг, я отказ, а если сразу перейти. Ну, 4 вообще. Опа, БДСМщики справа. Мочи гада. Так, у меня патроны кончились. Так, у нас тут получается. Еще один. Вижу. Так, вообще-то цель у нас справа, как бы. Куда вы все побежали, блядь? Хорошо, ракета не достает. Это нифига себе, вы его разобрали. Да нет. Оп, БДСМщик. Вижу. Блин. Гад, я в него прицелиться не могу. Тварюга. Ух ты, сейчас фотолинут. Бать, так, а вот это... Не надо, не... Тут у нас опять БДСМщик. Ой, сзади. О, сзади. Скотина, он слишком резкий, тварь. Я не могу в него прицелиться. Из-за дурацкой снайперки. Блин. Не понимаю тех, кому нравится герой, но это же уебище. Ну, в общем, нецензурная фигня. Поднимите или писать? Я пытаюсь, знаешь. А? Че там вывертывается? Так, этот таргет даже не поцарапанный. Да ракет вонять. В общем, да, ракет-то много. Ладно, уговорили. Вот когда эти твари с хлыстами пойдут косяками, вот тогда-то нам и конец. К счастью, они не пойдут. Они только на двух волнах косяками ходят. А в остальном их не так уж и много. Сзади. Это мелочь какая-то. Гадина шаг. Блин, я забываю, что у него есть инвиз волшебный. Я дурак. И все забывают, кстати. А я забываю про этот восстановление щитов волшебное. Это мы его огненными взрывами, что ли, разобрали? Да нет, не было пока ни одного. Обычно а я шарики в него бросаю. Стреляю, потом шарики бросаю. О! Винни-Пухи, блин. В броне. А он, кстати, за укрытие не попадает. Волос стоит, стреляет, а в Винни-Пухи не попадает. Некоторые, точнее, не иногда не попадают, но да, очень даже попадают. А вот их фантомы побежали, да? Ну, где они? Так, я тут что, один, что ли? Я круг. О, меня фантом. Давай, фантом, с тобой померяемся половыми признаками. Да, волк выиграл. Ладно. Ой, граната, граната! Твою. БДСМщик. А
вот их вон там. Черт, я ни черта не вижу. Вот надо иметь куда-то. Мину кто-нибудь бросьте. Ща. Спецназ. Я уже фада получил больше, чем на последний, не знаю, сколько игр. О! Сюд дэмэдж. Кто-нибудь киньте туда мину, чтобы на кого-нибудь видеть. Какие? Ну. Чё-то мне не видно. Вот сейчас будет. О. Так, Ика, если чё, зови. Это пока от атласов обороняемся. Блин. Ща. Thanks. Гад, вот видишь, сейчас я попал. Я сзади, а это... Иду. Нет, тут их два. А, сзади? Чёрт, я думал слева. Ладно. Блин, эти мерзкие атласы. Ну этих двух разобрали довольно... Как так? The Last совершает самоубийство. Что случилось? Вот уж не знаю. Это ж ты его совершил. Шутник. Турель! И сзади, ублюдок. Да блин. Сейчас. Подожди. Ух, граната. Вижу. Твой. Представляешь, шарик не спасает от гранаты. Это полный отстой. Да сдохни ты, тварь. Вот так всегда. То атласа разберем за 5 минут, то с одним штурмовиком вдвоем бодаемся. Немезюка глупая сидит. Ой, там две вообще-то. Сдохли, ладно. О, тут атлас слева. И идем. Опа. Я попробую. Так, граната. Право пока чисто. Ах ты гад. Такое мне. Там лечат его сзади. Надо инженера убрать сначала. Во, инженер готов. Я инженер не вижу. Убил я его уже. Все, валите его. Ну высотовые парни. Я не успел что сказать, валите его. Там справа не мизюка, две штуки. Чпок. Ох ты, зараза, патроны кончились. Нафиг тебя. О, она уже сдохла. Исполнил какой-нибудь боевой танец. Не, вот, такие шарики. Ладно. Волос развед пошел взламывать. У нас тут полно. БДСМщики в количестве. Так, где следующий? О, следующий здесь же. Я возьму. Игорь, лучше иди к ним, а то... Ща. Ты понял, на что тут двое, что ли? Это пошел отсюда, тварюга. Так, здесь я...
Турель, осторожно. Да, я вижу, что турель, но я... У меня тут проблемы посерьезнее. В качестве двухклеточного придурка. Ай-яй-яй, что за мной пришел? Что у вас тут? Игорь, побежали. Так, 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 блин. Ща, ща, ща. Ох ты, фантом. Ох ты, стерва. Ставь, ставь, ставь. Спасибо. Так, а вот это будет, это... О, это рядом, только не мизюку убейте. Так, ко мне пришел уже сзади. Сзади у нас. Окей. Согласен, но вот только, понимаешь, у инженера две обилки, он может их чередовать спокойно. А у адепта три. И на кулдаун они уходят очень не вовремя. Иногда уже просто нету времени кастовать этот как его. Восстановление щита. Все. Давайте вместе кувырка. Та-дам. Так, народ. Ой, у нас тут толпы, не? Ай-яй-яй, а у меня кто-то больно стреляет. Справа фантом. Вижу, у меня стазис на кулдауне. О, отлично. Инженер ставит. А, не успел. Справа фантом. БД самщик. Давай. Так, справа пока никого. Ага, еще одна скотина с плетками. Две скотины с плетками. Нет, ты смотри, что творится. Ой-ой-ой. Не, ну чё они в меня-то все стреляют? Так нечестно. Тут целых 4 волоса. Ты самый толстый и главный. Самый вкусный, да? Нет, я говорю, ты самый толстый и главный. Еще один фантом справа. Прикольный ворком. Давайте кувыркаться. Я умру, как они кувыркаются. Так, 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 так. Где клиент-то? Где-то хвантом чирикает. Справа только один мститель у меня. И еще. Ну и все. Не пробивает. Так, ну вот теперь справа фантом. Иду. И не только он. Иди. Так, ну что там? Ладно. Пришло время воспользоваться моей мегаобилкой. Какой? Убегать? Как какой? Поднять всю команду под ним панацелином. Так, блин, у меня... Я сглючил, я не могу стрелять и действовать обилками. Так, а, дайте... Да. Громот, а чё? Фонтан, фантом, 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 блин, да дайте ты меня убить. О, разглючило, кажись. Да, надо урон было получить просто. Так, мочите атласов. Фантом. Справа, фантом.
Ой-ой-ой. Сейчас. Блин, а что это? Ракеты ж теперь поджигают атласовские. Свинство, а? Немезюка. Ненавижу немезюк. Блин, а волос даже ударить не может. А ты с сильным ударом. А что будет? Он не дамагает, он только отталкивает, по-моему. Ну, дамагает. Дамагает? Интересно. Так, нет, нам надо определенно выработать этот какой-нибудь коллективный кувырок в качестве, типа... аплодисментов за хорошую волну. Кидай вдаль. Ну почему справа нет ни одной мины? Они все возникают так неожиданно на пороге. Что-то стражи стали такой редкостью, что меня прям радует, когда я их вижу. В отличие от мерзких плеточников. Фантом. Так, а я стал невидимым или нет? Почему мне не показывается? А, вот теперь показывается, нормально. Опа, больно. Сейчас твой атлас. Фантом. Ой, у нас сзади атлас. Так, вот. Черт, она выжила. Да блин. Предлагаю отходить в коридор. Потому что сзади в горы. Тоже атлас. Сзади у нас страж. Блин, кто его откинул? А между прочим, волосы гораздо суровее, чем могло показаться. Сейчас мы посмотрим, насколько все сурово. Да ладно, у нас полно ракет. Ракеты, конечно, это хорошо, но... Ох ты, сколько там фантомов, а? Жуть какая. Так, ни черта я не вижу. Правильно. Опа, фантом слева.
Ух, я промазал стазисом. Ну, отлично, Стас. Сволочь, сволочь, сволочь. Что эти тупые фантомы так быстро выпадают из стазиса? Ща. Пиздец. Народ, говорите, кто стреляет. Я достаю ракетницу, вы уже всех убили, но у меня в руках нет оружия. Окей. И не взрывайте фантомов в стазисе. Отходим, все. Ах ты ж, тварь поганая. Так, отойдите, я встану и в инвизи прибегу. Я побежал. Так, у нас атлас слева заходит. Я не знаю, кто по мне стреляет. Ну вот как он меня убил в укрытии. Что за бред? Илья, ты идешь? Да, я твою. Говорю же, атлас заходит в комнату. Я просто этим убивал, потом. Кошмар, выстрелить ему не даете. Да, я как раз я стараюсь иногда специально даже подрывать, именно когда он стрелять начинает. Чтоб у него сбивался процесс. У меня тоже 5. Ну, 4. Фантомы. Окей, фантом. Опа. А вот и БДСМщик. Минус. Так, а не бейте того атласа, пусть они внутри будут. Мы справа потом побежим на рез. Пожалуй. Пехоту отстрелять. Так, тут у нас пуст пока. Справа пока. А, во, фантом там. Где за стеночкой. Эти? Да он далеко от мины еще. Не вижу, не вижу. А, вон он вдалеке, я вижу, да. Но там сидит что-то странно. Ой, два. Ясненько. Блин, чуть он упал из стазиса. Проклин. Одного я убил. Это замечательно, что ты одного убил. Двое. А что за... Все, ладно, валим. Это плохо. Ты не получишь целую кучу денег за эвакуацию. Да не стоит, уже прилетели. Еху! Хлопки Цербер 1-0. Чуть не